Друзья, всем привет! Если вы на канале RetroMoto58, значит, вы неравнодушны к мототехнике эпохи СССР. Ну, предлагаю вам посмотреть некоторый обзорчик. Накопилось у меня тут три красавца из Чехословакии. Ява Вишневка 75-го года выпуска. Новая. ЧЗ 88-го года выпуска. С пробегом 3500 километров. Тоже можно сказать новый. Ну и всем известные люксовка. Люксовочка у нас в ящике. Такое сокровище распаковывать вряд ли у кого рука поднимется. Мотоциклы, можно сказать, эпохи целой советской. Каждый из них просто легендарен. Вишневка 6-вольтовая. Ява 638 и ЧЗ 472.6, они уже 12-вольтовым электрооборудованием, хотя двигателя по сути одинаковые, что на Вишневке, что на ЧЗ, отличаются только электрооборудованием. Ну, есть у них, конечно, еще вот здесь в креплении разница двигателя, половинки другие. Все-таки это же ЧЗ, а ЧЗ это не Ява. И, по сути, от Явы у него очень мало запчастей. ЧЗ это все-таки самобытный мотоцикл. Вишневку пока выкатывал, весь перемазался этой мазней, которой она измазана. Ну, тем не менее, даже алюминий сохранился под ней блестящим. Плюсы все-таки есть от консервации. Ну, здесь, конечно, намазали немного лишнего. Ничего страшного. На этом буду закругляться. Всем пока. До новых встреч.